Ну, чтобы места там было больше, я начну потихонечку. Так, ну что, оставил очередную жалобу. Оставил? Да. Не, что говорят? Сейчас ГЖК по-прежнему заняты. Экипаж, только что он с ними связывался. Кошмар. То есть с утра, я правильно понял, 5, с 11 5, часов, 5 часов они заняты, да? Да. Вот. Пешеходы продолжают ходить. Выехал, да? Да. Посмотрим, подождем. Может, организует работу. Мы все равно до победного будем ждать, пока тут не будет наведен вообще стопроцентный порядок. Вы имеете в виду день, два, неделю, месяц? Сколько потребуется? Пока вот вы, предприниматели, будете по закону работать. Пока ресурсы есть, пока ресурсы. Ресурс, есть, ресурс, есть, да. Административные. А другие интересные дела? Там занимаемся мы, наши там люди. А вот этот высокий ваш, которого побили, как его, на Д? Скажите, красавчик ваш. Высокий, на Д? Желтый, это, пресса. И симпатичный. А, Дорогов, Дорогов. Дорогов. Да. Вот, его не побил никто. На заводе, помните? А, да, на, там напали, Сырконс, Сырконс. Да, я да. Дорогов, сделала. Александр Дорогов. Когда же закончится этот суд? Так и ничего? Тишина пока. Ну вот видите, не всегда даже правда. Ну да, я понятно. 4 года естественно, все не всегда, надо добиваться. Все каналы показали, и что? Вот у меня 20 сентября. А мы добиваемся. Ну вот мне надо с кем-то... А у нас, мы, у нас иногда получается. У вас получается так, приехать перед судом, осветить это вот, интервью взять, запустить в YouTube. Почему нет? Тоже конечно. Плохо. Но это отдельно, да? Ну это там... Непонятно. Короче, отдельно договор. Какой договор? Вы безвозмездно это разумеете? Конечно. Или же там... Я безвозмездно, я не знаю, как другие, я безвозмездно. У меня времени мало, я крайне редко делаю. Ну, что за четкие дела берете, какие-то да, серьезные. Вот правильно, вот знаете, да, там УАЗики у мужиков, свинокомплексы, если смотрели, вот эти вот вещи. Ну, потому что когда люди уже в отчаянии вообще, потому что у меня очень мало времени, я же работаю и хобби занимаюсь, понимаете, да? Ну, это хобби для меня. Да. Поэтому я берусь только когда, ну, вообще безысходность. А так-то людей-то много очень обращается, невозможно. Да, всем помочь. Просто это очень сложно, да, это... Тем более так, как наши правоохранительные... Конечно, работают. Там много, да, естественно. Пока нам закрыли, не закрыли. Очень много. Статьи привесили, закрыли, дети плачут, жена плачет. А мы что можем сделать? Ну, если будет возможность, я готов. Браслет на руке. Это где произошло? Здесь? У Слабинска, гребаный. Ну, Ладожская, я вообще туда непонятно, как доехать. Я там даже ни разу не был. От Краснодара час. Ну, хорошо, ладно, вы Дина, напишите. Где тюрьма там этот, скажите, на Д? ИВС. Анжела, тюрьма как? Где Ильинка сидел? Возле Натальи. Возле Двубратска. Ну, ладно, вы там напишите, пожалуйста, историю, а там, если почту, получится, да. Почту, контакт, Инстаграм там. Просто помогать, там уже сами можете благодарить. Да, это правда. Вот если можете, да, то можете. Ну нет, значит, ну я же не буду требовать. Не, ну мы же тоже не свиньи. Ни с кого ничего не требую, да. Просто. Спасибо. Так все, что, напишу пожалуйста. Вам историю. Давайте. Кину на почту. Хорошо. Правильно наш дозор? Наш надзор. Надзор. Я, ты именно я. На них. Именно я. Я именно конкретно его. Там в каждом ролике есть информация. В каждом ролике. Я, да, именно я, Алексей Шамардин, это да, я поэтому. Вас знаю, да. Конечно. Поэтому можете обращаться, а там, ну, постараемся, как будет возможность обязательно. Я, как вас уж есть, стараюсь помочь. Вы была хорошая. Потому что я тоже заинтересован в этом, чтобы люди не страдали, был порядок. Я за людей и против беспредела всякого. Да. А что так? Так, ладно. Спасибо. Да, хорошо. Там пишет. Милана, все, я сказала. Мужчина, убирайте, пожалуйста, вещи, мужчина. Че вы опять отдыхаете, что ли? Вот, до конца уберите, пожалуйста. Что за игрушки? А, мужчина. Ничего. Что? Ничего. Убирайте, пожалуйста, вещи. Зачем играетесь? Так. А где еще полицейский? А вот сидит, один. На нас РНЦ. Полицейский, заявите, пожалуйста, требования законные, потому что человек не понимает, он что-то в игрушки играется. Убрать. Убрать. Вы ему говорили много раз, я говорил.
просил, он что-то играет. Ну, требования заявить, разъяснить об ответственности и пусть убирает. Что это такое? Ну, игры какие-то непонятные. Вон, нарушает, еще что-то строит из себя. Что-то, по-моему, это ждет, что уйдем и оставится все так. Дочь, аккуратно. А что? Чего не убирает? Ну, я вижу, вот он сидит. Требования, заявите, пожалуйста, требования. Если вы так будете просить, он так и будет. Я прошу убрать. Вам может помочь? Нет, вы видите, ну, что вы сидите? Об ответственности разъясните, пожалуйста, за невыполнение вашего требования. Выполнение моего требования будет представлено на секунду. Я готов начать переживать. Все. А то так, пока требований не будет, он будет играться. Вы поняли, да? До 15 суток ППС задержание будет, если сейчас не выполнить. Сколько времени вы ему даете? Скажите, пожалуйста. 10 минут вам на уборку. Все. А полицейский пишет, ваш коллега, вон, по-моему. Участковый, по-моему, через находится. На вот этот он пишет, на вот этот не писал. Объяснение не брал. Вот у этого прошу взять. Вот здесь. А, вы занимаетесь. Ну все. Так, полицейский сделал требование во сколько? Сейчас заявил ему. Саш, сколько времени? Подскажи, там требование заявлено было. 10 минут дали. Шестнадцать тридцать. Все, время пошло. Спасибо. До свидания. До свидания. Так, ладно, все, пока работа идет, а мы ждем ДПС. Где эти? Часы не можете отличить. День от ночи. Говорит, что 11 это ночь, 11 это день. Вы врач? Вы врач, чего вы так себя ведете? Еще хотите жалобу одну? Сейчас оставим. Майя, пожалуйста. Сейчас оставим. Вот и за эти слова оставим. Вот этот элемент в погонах позволяет себе непонятные вещи какие-то. Вы ведите себя потише немножко и по закону. Понятно? Не надо передо мной так себя вести. Вы давайте исполняйте закон четко в соответствии с законом. Я сам решу, как мне разговаривать с вами. Потише ведите, я сказал, себя. Что себе позволяете много, а тут? Разошелся, непонятно, не на шутку. Разошел. Не надо в мою сторону идти и провоцировать меня на неправомерные Слушайте, действия. На вас поступило сегодня. Я сказал, стало. Не надо в мою я сторону сказал, идти. Мне все равно, какие голос жалобы поступили на меня. Если я не нарушал меня. Закон, значит, это жалобы пшик. Я ничем не нарушаю. Я не жалуюсь. Я ничем не нарушаю. Это вы жалуетесь на что-то непонятное. Время не можете отличить. Агрессивно ведете себя. Не исполняйте свои должные обязанности. А у вас утро во сколько? До скольки? 11 это что у вас? Ночь, что ли? Я просыпаюсь. 6 утра. Ну и что? 11 это что, ночь? 11 ночи, я спрашиваю, полицейский. Вы что тут себе позволяете? Непонятный какой-то элемент. Вы чего общественный порядок нарушаете? Я сказал, ведите себя в рамках закона. Какой общественный порядок? Вы знаете хоть, что это такое? Знаю, что. Что? Объясните мне. Вы мне что, тут экзамен решили устроить? Что такое общественный порядок? Экзамен устроить решили? Буду устраивать, да. Да, посмотрим. Буду. Посмотрим. Сейчас будете сдавать мне экзамен. Или что, пожалуйста, на меня? Нет, буду сдавать просто. Да? По знанию закона. Пойдем. Куда? И вы мне сейчас здесь сдадите. Сейчас я посмотрю за ваши работы, вы мне будете сдавать экзамен таким образом. Принимать буду экзамен. Вот здесь, на месте. Вот как вы будете отработать, значит, будет сдан экзамен или не сдан назначать. Да, ты что? Да. Угу. Да не ты, а вы. Очень, я с вами на вы разговариваю. Очень и вы умею. Закон о полиции да. Исполняете. Угу. Чего? Чего, да? Что смотрите? Что? Зрение есть, потому что. Что дышите? Все хорошо. Что дышите? Успокойтесь. Дышите что? Успокойтесь. Дышите что? Водички. Дышите что? Человеку плохо. Не надо, мне хорошо. Ну, тогда успокойтесь, не трясите. Вы за меня не решайте, что хорошо, что плохо. А я решу. И я буду экзамен у вас принимать, экзамен понятно? Я экзамен буду у вас принимать. Я могу и с камерой, потому и что без камеры. Да мне все равно, я могу. А вот вы без камеры. И я могу без камеры и с камерой. Да ты что? Да, могу. Серьезно? Конечно, запросто, спокойно. Чего? Когда? Что? Успокой свое дыхание. Чего когда? Нервничать. Чего когда, я спрашиваю. Я еще раз чего говорю, я когда? Камерой, без камеры. Это вы нервничаете. Говорить. Не надо приближаться в мою сторону идти. Ага, нога. А что, страшно?
Чего страшно? Страшно? Кто страшно? Чего ты пугаешь-то? Ага. Ты... Зачем пугать-то, непонятно, каким-то выражением? Страшно. Ты что, хочешь сделать так, что тебя боялись, что ли? Ничего себе. Мужчина, девушка попросила предоставить документы, то, что она нарушила. А, тоже ну, не документ, а видеосъем. Да. Все понятно. Так что ведите себя потише, соблюдайте закон и не расходитесь. Понятно, я вам говорю? Понятно? Понятно, да. Вы мне не будете говорить понятно. Да, иначе понятно, будете уволены из органов внутренних дел. Это я буду говорить понятно или непонятно. Я власть, понятно? Я ваш работодатель. Народ власть. И я представитель один из них. Чем занимаюсь? Контролирую ваше бездействие. А я работаю на государство. Контролирую ваше бездействие я. Да, а то бездействует тут и что тут еще строит из себя. Гражданин, гражданин. Видела тебя, гражданин. Элемент в погонах. Вы давайте потише ведите себя в соответствии с законом, я говорю, ну, то разошелся. Какой общественный? Привлеки к ответственности. Ну, давай, привлекай. Жаловаться точно не буду, Алексей. Я буду жаловаться. Потом будешь по 286 привлечен за превышение, понял? Разошелся тут, будет он меня привлекать. За что? Давай потише. Персональные данные не надо снимать. Какие гражданин? Персональные данные? Я прошу гражданку. Зачем? Давай веди себя спокойно, я тебе сказал, и будешь извиняться, а то начал тут без камеры. Уберите камеры. Человека. Персональные данные не надо снимать. Какие у человека? Ты сначала извинись за свое поведение. Что? Извинись за поведение, ты на «ты» говорил и много других вещей, и пугал меня чем-то. Обиделись или что? Че ты приближаешься-то ко мне? Или что? Ты не приближайся, давай, ко мне. Водички тебе дать? Да ты трясешься, я тебя спокойно веду. Ага. Да. На камере видно, как я трясусь. На какой камере? Трясешься ты. Ты зачем ко мне приближаешься, как гопник ведешь себя? Я прошу гражданку, почему мешаете сотрудникам полиции? Я не мешаю, я тебе обращение направил, а ты ведешь себя непонятным образом. Ты ведешь, ты нараучениями занимаешься. Ты не тыкай меня пальцем. Зачем ты пальцем меня тыкаешь? А что, пожалуйста на меня. И я скажу тебе, чтобы ты не тыкал. Замечание тебе сделаю, и все. Сказал, ты должен. Я продолжу свою работу. А ты должен. Реагировать на ваше сообщение. Реагировать в рамках закона. А то угрожает тут непонятными каким-то действиями. Уберите, гражданин. Ты извинись, а потом я уйду. Извиниться? Да, извинись. Угу. При других обстоятельствах я буду извиняться. Понял? Перед этим ты будешь извиняться. В этих обстоятельствах, да, сейчас. Прямо здесь, сейчас, да. Извиняться мне не за что. Почему? А за свое поведение? За свое поведение я отвечу. Перед кем? Перед кем ответишь? Передо мной? Ты плохо вел передо мной, перед гражданином. Неуважительно обращался, да, к нему. Угу. С самого начала начал. Вы тоже неуважительно обращаетесь к другим. Как? У вас как? Каким образом? Куча жалоб. Да и что дальше? Главное, чтобы закон не нарушал. На народ? Нет. Как это нет? Я действую в рамках закона. А почему на вас куча жалоб сейчас поступила? Не знаю. Не знаю. Люди могут жаловаться на любые вещи. Такое отношение к гражданам у вас. Люди могут жаловаться на любые вещи. Они на это право имеют. Люди приехали отдыхать, вы им закон я нарушал? Куча сообщений закон нарушал? На вас. Закон нарушил? Закон нарушил? Привлеки, если нарушил. Я сейчас реагирую на твое сообщение. Привлеки, если нарушил, я сказал. Я не нарушил закон. А жалобы это все пшик. Извини за свое поведение. За свое поведение меня не нужно извиняться. Ты будешь извиняться. Я делаю свою работу. Я сделаю так, что ты будешь извиняться. Посмотрим. Либо будешь уволен. Завтра уж будешь извиняться. Понял? Посмотрим. Извиняться я точно не буду. Ну, увидишь. Полиция даже будет извиняться за тебя. За твое поведение вот такое. Либо будешь уволен из органов, понимаешь? Пожалуйста. Ты мне такой полицейский не нужен в органах внутренних дел. Не мешайте работе полиции. Я не мешаю. Я не мешаю. Я прошу извиниться передо мной за свое поведение. Извинение. Вот такое вот непонятное. За угрозы. Извинение. За угрозы. За попытку встречи закон, без формы. Если нарушу закон, я за это отвечу. Будешь нести ответственность. Ну, нести ответственность. А тогда не пугай меня жалобами. Я не буду. Не пугай. Второй раз я не буду повторять. Не пугай жалобами и не пугай нарушением общественного порядка. Проходили уже. Понял? Не пугай. Будем продолжать снимать или что? Будем. Я персонально не снимаю. Видишь, тебя снимаю. Не пугай, понял? Потише, корона, подсними с себя. На понял? Да, на понял, понял. Сейчас тоже будет на понял. Давай, говори. Потянешь? Давай, давай, чё ты. Будешь как, общаться по понятиям, что ли? Я могу по закону по понятиям. Давай, по понятиям. И с камерой, и давай, без камеры. По понятиям. А ты будешь? Не сможешь общаться давай, без по понятиям. Камеры. А я буду понятно? По закону. Давай, да подожди, честно. Интересно, я прошу извиниться, а он не реагирует. Ну, он вам сказал, он не хочет. Да? Извинения почему? Не будет. То есть тебе может так вести себя, да? Извинения ты форму нацепил и думаешь, тебе может так я себя вести? Сказал, прикрываешься статьями, да? Прикрываешься камерой. Ты статьями прикрываешь то, что не может гражданин что? Ничего что? Сделать в отношении тебя. Ну, ты надел форму этим, успокойся. Прикрываешься? Успокойся. Я спокоен абсолютно. Конечно. Я вижу, с тобой уравновешенно разговариваю.
Персонаж, мне не нужна скорая, ага. Понимаешь? Какой тебе персонаж? Обычный, в погонах ты персонаж. Ты не дорос, да, ты не дорос, по моему мнению, до сотрудника полиции. Конечно. Сотрудник полиции должен уважительно к гражданам относиться. Я свое мнение могу выражать, я выражаю, что такой полицейский мне не нужен. Ты на работе, ты обязан только руководствовать законом. Можно я продолжу? Ты не оператор МТС, понимаешь, и не мегафона. Ты полицейский. Сотруднику полиции. Ты, говорю, должен. Убери его. И это не твоя работа, это мое обращение ты рассматриваешь. Это твоя служба, понял? Ты мое обращение должен рассматривать. Раз говорю, не бери. Я говорю, понял тебе и буду говорить. Понял, буду говорить. Алексей, тебе. Выйдите, пожалуйста. Не толкай. Оттуда выйдите. Да, подождите, я его должен успокоить. Леньте, он себя как ведет. Вы... вам нет претензий никаких. Давайте. Значит, еще раз повторяю. Дайте мне пройдись, пожалуйста. Пожалуйста. Входите на выставку. Мы должны поработать с вами. Поработайте после извинений. Пока не извинитесь, не поработайте. Я все сказал. Да? А еще можете что-нибудь сказать? Да. А что у вас губы трясутся? Какие губы трясутся? А на камере это будет видно, если губы трясутся. Будут, конечно. Да. Да, будут. Что то есть вы форму одели и думаете, что вы главнее? Я всех. Без формы также отдыхаю, гуляю здесь. Ну подходите без формы, пообщаемся. Давай. Да. Подойдете во сколько? Во сколько? Вот. На камеру? Вот полицейский, конечно. Угу. С вами только на камеру, потом что-нибудь сфабрикуете. Вы уже говорите. Общественный порядок, куча жалоб. Вы уже жалоб пугаете. Жалоб не было потом? Мне никто не обращался. Да? Никто не обращался? Да. Уверены? Нарушение закона есть? Уверены? Нарушение закона. Так нарушение закона никто не обращался. Давай уже определимся. Нарушение закона есть? Тобой. Понимаешь, жаловаться могут. Ну, люди. Люди приехали отдыхать. Зачем десятками. Десятками зачем могут жаловаться. Я не порчу никому ничего. Портишь когда ты своим бездействием. Портишь ты своим бездействием. Бездействие? И полиция портит, какое по моему бездействие? Мнению. По моему мнению, я говорю. Свое мнение оставь себе. Нет, я тебе буду его рожать. И везде мне я буду выражать. Глубоко. А, вот так. Ты вот, для меня вот, кто? Вот YouTube, он и рассказал. TikToker. Вот вы и рассказали. Что я вам, 16 лет работаю нахрен. Что вам, а ты чем занимаешься? Что вам на мнение людей наплевать, правильно? На каких мнение людей наплевать? Которые тебя просили выйти и кричали, не снимай меня. Послушай, на этих людей? Это люди, которые не знают закона. На которых тебе все равно. Ты должен был объяснить, что я имею право снимать в общественном месте. Это твоя работа должна была быть, а не конфликт продолжать. Ты начал развивать конфликт. Мне твоя защита не нужна. Его порвали нахрен, здесь люди. Я сам защищу. Ты вообще стоял рядом, молчал. Понял, что ты делал? Ты ни слова не сказал. Ты должен сказать, что журналист имеет право снимать в общественном месте. Вот что ты должен был сказать. Узнаешь, кто, когда нужно будет. Понял? Это для любого человека. Понял. А что, плохое слово? Плохое слово понял? Я спрашиваю, понял или нет? Меня понял, не надо брать. Как это? Что такое брать? Я спрашиваю, понял? Есть такое слово? Ты понял мои слова, я спрашиваю, или нет? Мне я спрашиваю. Глубоко пофигу на твои слова. Глубоко пофигу на слова заявителя. Я все понял. Тебе глубоко пофиг на если слова что, заявителя. Если на глубоко пофиг на слова заявителя. Это плохо. Если потому что, что ты полицейский. Что я здесь делаю? Ну-ка давай, скажи на камеру. Полицейский. Реагирую на ты должен был быть? В том месте. Я тебе рассказываю конкретно. Ты сказал, жалоб куча поступила. Твои действия должны быть, знаешь, какие? Ты должен был сказать, уважаемые граждане, фиксировать имеет право гражданин в общественном месте. Успокойтесь, пожалуйста. Если не хотите попадать в объектив камеры, либо отвернитесь, либо проходите дальше. Все. Вот твои действия должны быть. Вот так, полицейский. Ты думаешь, я первый раз с тобой встретился, с полицейским. Я таких, как ты, видел очень много. И видел работу полицию. Подожди, я не пугаю тебя. Пугаешь. Я не пугаю. Я говорю, видел полицейских много. А что ты камерой тычешь меня? Чтоб ты не сфабриковал ничего. Кого что сфабриковал? Потому что ты уже пытался сфабриковать. Ты говорил общественный порядок. Мне тут постоянно. Я сейчас реагирую на твое сообщение. Ты зачем мешаешь? Я не мешаю. Я не мешаю. Я реагирую на твои слова. Просила выйти владелец. Не маши руками. Да или нет? Я можешь ответить или нет? Послушай, я реагирую на твое поведение. Что ты толкаешь? Я реагирую на твое поведение. Мне не нравится. Я тебе выражаю свое отношение к твоей работе. Я к тебе ты должен извиниться. Ты не имеешь права свое отношение выражать ко мне. Изменений не ты будет. Только обязан официальным языком изменений общаться в рамках будет. Закона, а не выражать свое мнение. Понял? Мне твое мнение неинтересно. Что? Мне твое мнение неинтересно. Ты должен только законом руководствоваться. А мнение ты можешь выражать вне работы. Вот вне работы, когда будешь, давай. Будешь выражать свое мнение. Я могу заработать. Давай, ты уже говорил много раз. Да ты ж побоишься без камеры встретиться. И с камеры тоже. Да. Чего? Да. Я тебе отвечу, ты за свои слова. Че, ответишь? И что ты за слова? Уже за слова, глянь, какой на каком языке заговорил. Вот этот полицейский, ничего себе. Ничего так же давай, себе, будь да. Потише и выполняй свои должностные обязанности. Соответствуй с законом. Вот это я тебе говорю.
А не надо меня здесь пугать я общественным я порядком заявить. И другими что вещами. Давай работай. Работай, говорю, выполняй свои должностные обязанности. Я работаю, в отличие от вас. И я работаю. Кто, блин, и я работаю. Сколько тебе лет, дядя? И я работаю. Я не дядя, я гражданин, понял? Ты что так опять заговорил непонятным языком? Ты официальный язык знаешь? Гражданин. Алексей меня зовут. Персонаж тогда. А не дядя. Какой дядя? Персонаж? А кто? И не персонаж. Для меня персонаж. Я здесь сотрудник полиции. А для меня персонаж. Ну, для меня ты дядя. А дядя – это что? Уже незаконное обращение тебя ко мне. Гражданин. Да, гражданин обиделся. Надо обращаться. Нет. Обиделся. Да нет, у меня нет дядя. Такого слова, как обида. А у меня есть слово такое, как персонаж. А персонаж, ты персонаж. Да, но мне персонаж для это меня... выявляется. Нет, для меня ты персонаж. Настоящий персонаж в погонах, который ходит, бродит и не исполняет должные обязанности, а только меня пугает. Успокойтесь, чтобы быстренько списались. Я тут при чем. Так что давай не пугай граждан, понял? Форма тебе не дает права пугать. А то там есть статья 286, за которую твои друзья уже много друзей разных и коллег понесли ответственность. Пройдемте тогда. Форма тебе не дает преимущества перед гражданами. Ты должен соблюдать строго закон. Соответствуешь действующим законодательству. Это я тебе говорю. И я сделаю так, что ты будешь соблюдать закон. И забудешь такое общение, как у тебя. Перестанешь ты общаться вот так с гражданами. Понял? Либо перестанешь служить. Уволься, пойди в пятерочку и забудь тогда про форму. Раз не хочешь служить. Все, пойдемте дальше. Гляньте, сколько зрителей собралось. Пойдемте дальше. А, видеофиксаж, сейчас предоставлю. Так, полицейский берет объяснение. Да, это их манекен. Здесь это разные, что ли? Конечно, ну, разные. Это разные. Давайте смотреть тогда здесь. Так, никак не могут убрать до конца. Все висит. Так, продолжайте, пожалуйста, уборку. А. Да не убирайте, вы, я же наблюдал оттуда. Потихоньку, видите, там места нет. Я уже половину занесла, ребята. Там место, да, ларек маленький. То есть вы потихонечку продолжаете, да? У нас ларек один, там здесь ну, ладно, ладно. Все в окно. Ну, я хорошо. Обещаю тебе все. Хорошо, ладно, убирайте. Потихоньку. Угу. Так, здесь убрали. Женщина, вот это уберите, пожалуйста, женщина. Кого убрать? Оно висит, это воздух. Нет, надо убрать туда, на территорию. Вы, ваша территория торговая, она заканчивается вот по границе. Оно висит под козырьком, на воздухе. Послушайте. Послушайте. Вы уберите, пожалуйста, на торговую территорию. Вы же понимаете, что это не ваша территория. Для чего вы вывесили девушку, женщину? Будете убирать, нет? Вам скучно? Я спрашиваю, будете или нет? Вам скучно, не пойму. Так, я понял, не будете, да? Ну, как хотите. Да, будет требование. Так, ладно, здесь. Постоять можно? Здесь тоже женщина, да? Вы убрали, нет, все. У нас все чисто. А вот это вот что? Что именно? Вот эти вот вещи. Ваши, нет? Ваши. Ну, в качестве исключения пусть висят. Да. Да? Ну, ладно. Ну, уже почти все как бы нормально, ну, чуть-чуть ненормально, ну, ладно. Это я просто прикинул, если вы будете это убирать, это же сетку тоже все убирать. Это же ужас. Ну, ладно. В общем-то, более-менее порядок там остался только. Да, сумки надо убрать. Камеру уберите свою. Не, да. Бесполезно. Вы же потом будете придумывать, чего не было, не были. А вы на что придумываете? Не. На людей так ходите? У нас все зафиксировано. Мы ходим, фиксируем. О, вот так. Так. Так, вы освободились? Понял, да. Вы опять будете мешать работать. Вы освободились? Обращение дальше имеется. Я поэтому и спрашиваю, освободились или нет? Вообще нет. Нет, вы заняты чем-то сейчас. Понимаете, работа полиции заключается не только, чтобы принимать ваши обращения. Ну сейчас вы же по моему обращению. Я занимаюсь охраной общественного порядка. Правильно, да? Согласен. Ну сейчас же вы принимаете мое обращение. Давайте я принимаю ваше обращение. Все, спасибо. Вот здесь то же самое. Вот видите, все выставлено. Вот видите.
Тоже все то же самое. Ну, вы же знаете, обращение одно сейчас идет. Уберите камеру, сейчас они снимут. Почему? Потому что я не хочу, чтобы меня снимали. И выйдите, пожалуйста, из магазина. А что, запрещено? Часы, я не хочу, чтобы вы часы работы с 8 до 20. И что? Все, имею право. Любое время. Не, ну тут реально до рынок как бы. Мы оставляемся. Что? Это ваша территория? Нет. А что? Это территория рынка. Как территория рынка? А вот же ваш торговый объект. Так же, как и у рынка. Ну, нарушает. Сейчас дальше пойдем. У вас есть здесь разрешение на торговлю именно здесь, на вот этом месте или нет? В данный момент его нет. Вообще есть? Вообще должен быть, я не знаю. Ну вы владелец. Я знаю, что здесь территория рынка. А, он не владелец. Ну. Нет, я с рынка сам. Я понял, потому что вы не знаете точно. Значит, надо убирать. Нет, вот это все. Изначально, как сказали, то, что вы сказали. Кто сказал? Кто сказал? Администрация рынка, где мы снимали. Вот здесь выставляться можно. Администратор сказал. Ну вот, территория рынка. Вот, ну где вот? Вот где? Она, вот, посмотрите. Что не могу понять. Так. Это территория рынка, да? Да. А, вот это вот территория рынка. И это там рынок, это муниципальный, да? Скорее всего. И они разрешили, вам говорят, вот. Извините. Извините, они разрешили, говорят, вот по этой плитке выставляете, я правильно понял? Да что выставлять? Или не говорили так? Я просто не могу понять вас. Вот вы как-то говорите загадками. Или администрация так не говорила? Возможно, не говорил. А, возможно, не говорил. Ну вот, сейчас и разбираемся. Значит, это надо занести, правильно, раз не говорил администрация. Потому что сейчас пойдет, получается, клевещет на администрацию. Она вам, то есть, получается, возможно, сказала... Да. Может, не то сказала. А, не то. Она вам сказала, получается, незаконные действия делать. Ну, земля, это дорога, да? Ну да. Ну, а тротуар где, для людей. Ну, тротуар, да есть. А где хоть один переход там? Например, какой переход? Ну, пешеход. А, вон там. Вон там, вначале. Не ходит, не снимает, я хожу здесь, снимает. А я вот, они плохо делают. Вы сидели также на лавочке здесь. Вот. Где? На какой? Ну, здесь вот кушали, да? На лавочке запрещено сидеть? Ну, она же на этой, на дороге стоит. Не уверен. Я вижу лавочку. Ну, лавочка. Здесь трасса. Вот здесь трасса? Да. А тротуар где здесь? Как идти туда дальше человеку? Здесь я вижу, здесь бордюром отделен, а там как дальше идти? Вот смотрите, вот туда как. Я скажу, вот отсюда идет частный. Откуда? Вот сколько представитель Росреестра тут, да? Я так смотрю. Ну ладно, полиция разберется. Вот, да. Вот так, кафе, да? До кафе, ага. Вот так. Вот так. Вот по этой, да? Вот так. Вот по этой. Это мое частное собственное. Ваше частное? Да. Ох, ничего себе. То есть это вы владелец рынка? Да. А есть документ? А на что? Ну, на земельный участок. Конечно. У вас? Конечно. Сейчас полиция. С собой же дома. А, дома. Ну, конечно, с собой. Ну, вам полиция представить и все. Без проблем. Без проблем. Какая? Здесь все, есть все законно, вопрос. Вот это все сейчас. То есть вы владелец, да? Да. Ну, все. Значит, к вам вопросов и не будет. Никаких, скорее всего. Все сидят по линии, никого не тревожим. Не, вот это. Не, мы же не знаем, где здесь линия, понимаете? Где здесь, да, может быть. Кафе нет. От кафе и сюда, вот так. Купол и. Ага. Вот так как идет, да? Да, да. По вот этой плитке, да? По плитке. По плитке. Частная территория. Да, да. Вот здесь на кадастре стоит все, да? Да, да, да. А дальше. А дальше. Дальше. Вот сюда. Вот сюда, да? Ага. То есть вы разрешаете, как собственник, выставлять на своей территории, да? Ага, вот так. И вы, как собственник, разрешаете, да, выставлять на своей территории? На моей территории, да, конечно. Все. Сейчас, значит, полиция пусть проверит. Если это так, то вопрос без нет. Без проблем. Без проблем. Так, смотрите. Там вроде есть... Ну, подойдите, пожалуйста, сюда. Я не говорю, что там муниципальные. Да, не, подойдите, пожалуйста. Подойдите, пожалуйста. Полиция разбирается. Вот тут говорит, вот собственник... Нашел земельный участок, правильно? Конечно. Собственник чего земли? Территории. Вообще земельный участок. Документ, договор какой-то есть у вас? Как? Что есть? Ну, документ или договор. На что? То, что вы собственник. Ну, конечно, есть. Но здесь? На землю. Не, с собой, откуда? Ну, пока, то есть, не установлен, нет. Да? А просто, понимаете, любой человек может прийти и сказать, что я собственник. Да. Нет. Нет. Это без проблем. Ну, вы можете вам скинуть на WhatsApp, как-то могут отфотографировать, что вы собственник. Что надо делать? Документ. План земельного участка.
А что, поехать привезти? Ну, можете, да. Чтобы мы... А то сейчас уберут, и мы же не установили, я понимаете, здесь. Я не буду, у хозяйки есть договор аренды. Ну, это сейчас полиция разберется. Это вот, если за это требование будете, если нет, если нет, если не будете убирать, значит... Алексей, я не даю вам права делать съемку. Спасибо. Не, Лёх, серьезно, это вот это... Нет, да и вот полиции предоставьте. Я же не против. Если это так и есть, значит, ну, вопрос к вам не будет. Ну, 100%. А я скажу, что 200% не частно. И что, и будем вместе правильно выяснять, где час, где не час. Есть же документы. Словами не поверите. Нет, может, меня... может сфотографировать, допустим... С... Или привезить сразу, чтобы люди не убирали. Съездить, привезить. Потому что у меня позавчера жена скончалась, а у меня даже ключей я даже... Ну ладно, полицейский, тогда вот можете, полицейский, ладно. Полицейский, вы номер телефона и сами с ним тогда уточни. Послушай, как вас зовут? Вот, тогда номер телефона дайте, потом поработать с полицией, и все. Хорошо. Ну все, ладно, ладно. То есть эта территория получается, как говорит вот владелец, ну якобы владелец, что это вот его. Ну, если так, вопросов нет, тогда что? Имеет право. Вообще похоже, да? Какой это? Саш, вообще похоже. Это его сын вчера был. Нет, я говорю, вообще похоже, да, что это может быть чья-то территория. Потому что, смотри, идет как бы... Вообще логика есть. Не знаю, как и на самом деле, но логика есть. В принципе, сейчас по интернету, по кадастру можно проверить, как она идет. Вот это да. Прямо на проезжей части. Нормально сидится вам? Здрасте. На проезжей части, здрасте. На проезжей части? Я не знаю, машина тут есть. А у вас разрешение есть на торговлю? Конечно. У вас, да? Прямо в этом месте? Конечно. Если что, предъявить сможете, ну, должностному лицу. Должностному лицу. Все. Вопрос нет. Так, хорошо.